Человек каждый день произносит слово «спасибо», но не каждый знает, что это за слово и как оно произошло. В XVI веке протопоп Аввакум произносил вместо общепринятого слова «благодарствую» слова «спаси Бог». А одним из правил этикета эта фраза стала только через 3 столетия. Если вы давно хотели сказать кому-то спасибо, но все не находили времени, то сегодняшний день лучше всего подходит для этого. Помните, что слова благодарности обладают волшебными свойствами. Люди с их помощью дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции. То, без чего наша жизнь стала бы мрачной и скудной. И каждому человеку в любой ситуации всегда есть, кого и за что поблагодарить. Пользуясь случаем, ленинцы кузнечане рассказали, кому хотят выразить слова благодарности и за что. Всем спасибо. Всем россиянам спасибо. А за что вы хотите поблагодарить? Да не знаю за что. За все хорошее просто и все. Чтобы все было хорошо. Ну, родственникам. Ну, кому? Дочери, она ко мне каждый день бегает. Зять тоже иногда забегает, с гаража забежит. Всем, кто хорошо относится ко мне, всем спасибо. Родителям. Что? За все. Просто за все. Вообще просто можно сказать спасибо всем. А за что говорят спасибо обычно? За что? Ну, не знаю, за какие-то хорошие дела говорят. Просто люди могут от хорошего настроения. Вот сейчас мы пойдем, нам дверь придержат, да? Ну, спасибо скажем. Вот иду я сейчас, тут хотела поскользнуться. Подруга меня поддержала, я говорю, спасибо. Маме, друзьям, родным. А вы? Ну, так же. А за что спасибо говорите? Ну, за поступки. За поддержку. Как часто вы говорите спасибо? Ну, 10 раз в день говорю. А за что вы благодарите людей? За все. За то, что мы есть. Очень важно, чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца. Так что не забудьте сегодня сказать спасибо всем своим родным и близким. А повод для благодарности всегда найдется. Лена Беляева, Василий Обухов, Ленинск ТВ.